сегодня и грешная. Создавай мне, Господи, помилуй меня. Вячеслав, я согрешил, Господи, прости меня грешного, помилуй и благослови. И освяти дары, посылаемые Тобою, словом истины и молитвы. Ты дивно вели, Господи, какое чудное утро Ты дал нам, как многому Ты нас научил. Это Твоя благодеющая десница. Сохрани нас и помилуй, и даруй всем духовное рождение свыше. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Видите, утро сегодня мы начали с молитвы, как всегда. Показал, куда вам ходить. Дорожку никуда не сворачивайте. Это выбран самый прямой путь. У нас сейчас пост. В среду, пятницу рыба не разрешается. И надо смотреть по календарю, там масло разрешается или нет. Мы строго соблюдаем. Поэтому халву, все остальное на среду и пятницу. Пряники, то есть замена. А в такой день масло есть, это проще не давать. То есть варьировать надо, да. Я уже разрезала халву, можно на завтрак раздам уже? Что? Халву уже разрезала, на завтрак можно раздам уже? На что там такое? Ничего, халва. Вы сказали в среду и в пятницу. Я говорю о том, что в среду не разрешается. Я поняла. Поэтому на этот день... А в среду, среда получается день маленько как бы, ну, с ограничениями. Поэтому туда что разрешается? Халва, пряники, то есть самое такое хорошее, замену этому дать. А сегодня это не давать. Хорошо. Не давать, потому что, ну, все остальное. Это горох каждый день мы можем. Растительное масло. Посмотреть надо, у вас я материал дал по календарю. Есть листик-то один? Угу. По нему надо делать. Так и делаем. Вопросы? Я уж не спрашиваю, платочки, наверное, у всех есть, да? Да. А у кого нету? Сейчас подождите. Ну, за стол, давайте, садимся. Вот. Все, хороший завтрак у нас. Мы сегодня уходим, начнем примерять то, что мы долго делали, на какой пруд. Если, похоже, дождя не будет, сразу уйдем на Рыжковский. А если идет дождь, то здесь. Четыре жерди надо будет брать отсюда, мазилку, все туда унести. Но нужен обязательно будешь... Ты, Володя, чтоб тут кто-то остался женщиной. Ребятишки, на краю стола стоит кружечка со святой водой. По ложечке святой воды попейте. Внимание, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Аминь. Кружечки берите, кажется, почерпни помаленьку. Держи. Берите. Святой водой с молитвой выпейте ложечкой. Черпайте ложечкой. Это мы все для здравия. Мы проехали всю Европу. Пили сырую воду, никто не заболел. Вот чудо Божье. В одном месте были такое, что вода прямо коричневая, мутная. Ну, были мы, я забыл, в какой-то республике, там нас убеждали, не пейте воду, вода здесь нехорошая. Но мы не могли, имели возможности кипятить и пили сырую. От порта Находка, Тихий океан, до Атлантического океана. Пили сырую воду, и ни один не заболел. Начинали всегда мы с молитвы. Святая вода, просфорка. Доказательство. Люди говорят, один раз, если мы там выпили, все. А что движет, зачем? Видите, какие хорошие газеты. Вот подстилают под себя. Поклонюсь святому храму твоему. Кто это принес туда? Вот это честное слово, а конечно, хорошая статья пишет. Кому отдать это? Для архива. Маленькая кинула руку, потом назад. Она подумала, что это съедать надо. Надо? Сверни для себя. А это занеси на кухню. Вы старайтесь, хорошую икону, вот батюшка дарил где-то. Мы давали тут журнал «Душа». Все храните. Дома у тебя будет особая библиотечка. О, для меня это важно. Так, ну, не пить, а прихлебывать. Рыба хорошо. Девочки, пили святую воду? Это вам беру. Так, кому надо малосольного? Галяна. Подожди, детка. Никита спросит. На, Никита рыбак. Назад вернешь.
Эту зелень храните в подвале? В холодильнике ставлю. Да. Больше зелени, кроме не по ложке, а ложки по три. Я зелень делаю, толку. Это чеснок, лук, листья крапивы, одуванчика, репья и щавеля. Я ставлю, кладу, а потом берите. Понятно? Понятно, как это?